Женщины часто специально, не осознавая этого, заставляют мужчину ревновать. Им приятно, что он проявляет чувства. Ну, пусть они такие какие-то, ты куда пошла? С другой стороны, ну, наконец он хоть что-то чувствует. А то просто был ни рыба, ни мясо. А тут, наконец, так сказать, дал жару. Есть там орел в этом козле. И поэтому ревность, она, с одной стороны, видите, помогает чувству. Оно его чувство любви. И, соответственно, это дальше начинается игрой. Игрой, которую начинают играть в паре и иногда заигрываются, потому что ходят по очень острой грани. Острые грани смеси агрессии и страха. Агрессия – желание завладеть, страх – потерять.